Родителей, фотографии женщины, ожидающей малыша, и всего периода беременности являются отличным способом запечатлеть радость и волнение от подготовки к началу новой жизни. Всю оставшуюся жизнь супруги будут перелистывать альбом с этими фотографиями и вспоминать незабываемое время, когда они с нетерпением ждали появления на свет своего обожаемого ребенка. И хотя каждая фотография беременной женщины красива по-своему, некоторые запоминаются больше, чем другие. Будущий отец, 30-летний Дэн Мозер, решил отправиться со своей беременной супругой на побережье Атлантического океана в городе Джексонвилл, штат Флорида, для того, чтобы сделать несколько красивых снимков. Местные жители давно облюбовали этот пляж, который является популярным местом для отдыха, прогулок и красивых кадров. Почувствовав вдохновение, Дэн попросил свою жену Анджелину попозировать ему на фоне океана. Он достал фотоаппарат и сделал несколько фотографий. С улыбкой на лице Анджелина встала поближе к океанским волнам, демонстрируя свой большой живот. Но когда Дэн увидел, что было на заднем плане одной из фотографий, он сразу понял, что сделал невероятный кадр. Так что же он увидел позади Анджелины? Дельфина, который выпрыгнул из воды в тот момент, когда Дэн щелкнул затвором своего фотоаппарата. Дэн знал, что дельфины обитают в этом районе океана, поэтому увиденное не было для него полной неожиданностью. Однако, он даже не надеялся запечатлеть прыжок водного млекопитающего на фоне своей беременной жены. Сделав снимок, я подумал: «Боже мой, какой кадр! Жаль, что жена не видела этого», – сказал Дэн в интервью AWM. Дэн и Анджелина связывают появление дельфина на фотографии со своим сыном, Кортлендом, который родился 27 января. Пара шутит, что малыш позвал дельфина из живота своей матери. А вот как Дэн объясняет на Yahoo появление этой уникальной фотографии. «Кто-то крикнул нам, что здесь есть дельфины, и мы видели их спинные плавники. И потом, буквально из ниоткуда, из воды выпрыгнул этот красавец. Возможно, дельфин знал, что происходит. На самом деле, дельфин выпрыгнул дважды, но больше всего мне понравился первый снимок», — сказал Дэн. Улавливая некую таинственную связь между еще нерожденным на тот момент Кортлендом и дельфином, некоторые даже предлагали Анджелине и Дэну назвать мальчика Финном, по аналогии с английским «долфин» – «дельфин». На что Дэн отвечал, что они с Анджелиной не собираются менять выбранное для ребенка имя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.